И так вот, очень интересно, Это у меня запеканка с курицей, с колбаской и кетчупом. Здесь манная каша и кофе. Так, по поводу вообще того, что как там было с алкоголем вчера. Ребятки, все отлично. Алкоголь, кстати, хороший. У меня не росла, голова не болит. Я у него с утра тоже спросил. Сейчас он остается здесь на территории. Я уезжаю. Хочу извиниться за то, что вчера произошла такая оказия, что не получилось запустить эфир второй раз. Я писал там полночи в YouTube. Надеюсь, что все-таки как-то этот вопрос решится. Мы получили какой-то типа бан, предупреждение. Что-то типа, как у нас было на втором канале, когда мы смотрели первый канал, то есть либо за музыку, либо еще за что, я честно не знаю ответ на этот вопрос. Ну, значит, пока попробуем пообщаться в формате видео, то есть я очень сильно переживаю по этому поводу, что, может быть, останемся без эфиров, либо, может, уйдем на второй канал, там будем эфирить. В общем, сегодня, думаю, как раз-таки ответы придут, и я вам об этом расскажу в течение дня. Сейчас завтрак, через полтора часа уже отъезжает наш трансфер, мы поедем в горкий город кататься на лыжах, точнее, пробовать. Ну, мы с вами, потому что я все-таки надеюсь, что отсниму материал, выложу, и вы его тоже посмотрите. Всех тех комментаторов, которые там писали гадости, всякие, так сказать, нецеприятные вещи, ну, блин, ребят, я ничего не знаю, что вам сказать. Такой же человек точно, как и вы. Всех тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Не надо искать, говорится, кошку в темной комнате, особенно там, если ее нет. Как бы все хорошо, живы, здоровы. И для тех, кто сомневается, я говорю, что до бумажки, как говорится, официального старта с, как говорится, вольной жизни ничего не будет. Также увидел сегодня комментарии по поводу того, что как вы могли в аквапарке снимать полуголых людей. Блин, не знаю, как люди ходят и на пляж полуголые, и в аквапарк ходят полуголые, как бы. Никто там против особо не был. Те, кто просили их не снимать, мы их просто не показывали. Поверьте, такие тоже люди есть. Все остальные веселились, как было весело. Мы там создавали шум, очень много поднимали всем настроение. И надеюсь, что многим, по крайней мере, удалось поднять в их холодных городах. То есть то, ради чего снимался тот видеосюжет, было тоже достигнуто. Там больше 1000 с лишним лайков, позитивных очень много комментариев, ну, где-то под сотку там дизлайков. Поэтому, если вы все-таки поддерживаете тот формат, зайдите, поставьте лайкосик под видосик, напишите ваш поддерживающий комментарий, будем благодарны. Ну, а всем остальным не судите, судимы не будете. Всем доброго утра, как говорится. Ваше здоровье и пожелайте хорошей катки, кофеечек. Обожаю здесь кофе, прям заходит капучино. С утра я не думал, что мне так зайдет, но вкусное, с молочком. Доброе утро, дорогие друзья, и удачного дня.